скажи, пожалуйста, вы в первом тайме так хорошо начали, что помешало дальше продолжить? Да, мы первую игру выиграли, видели, 5-0 Альфу, потом устали. Да нет, мы сами виноваты, не собрались, мы вроде как бы думали, что 2-0 повели, выиграем. Ну, потом расслабились, и все, и парни начали нас наказывать. Ну, мы сами виноваты, никакой другой вины нет. В конце второго тайма вы вообще перестали сопротивляться, давали бить беспрепятственно. Почему вы вообще расклеились? Да, настрой пропал. Мы как бы думали, что вот повели, выиграем. А потом, когда счет стал 4-2, а времени уже не оставалось, как бы мы... Ну, мы уже сами как бы... Настрой упал, вот и мы и проиграли. То есть все-таки важнее победа, чем красивая игра? Ну, нет, победа, конечно, важнее. Зачем красота, когда если результат есть, зачем красота? Где ваши преданные болельщики? А, преданные болельщицы? Ну, это началось с этого сезона. Мы просто их как будто не позвали на прошлое закрытие. Ну как, мы их позвали, но не повезли, потому что места не было в машине. Ну и вот там пошла женская логика, они подумали, что мы их опрокинули как-то, и все, перестали они ходить. Ну, сейчас одна девочка ходит с третьего курса, и один папа, Никита Абаджи, и все. Их просто не было, наверное, на закрытии, да, прошло? Да, их не было, они не знают об этом, потому что мы можем так поступить. Кто у вас в команде самый сильный? Самый сильный в плане чего? Игрок. А, игрок? Ну, наверное... Игорь Амбросов, у которого спина болит, как бы большинство игр от него зависит, ну, потому что центр поля он держит, а если проигрываешь центр, проигрываешь матч. Ну вот его сегодня не было, мы и проиграли. Ну не было еще Димы Фролова, он тоже в центре играет. Вот у нас недостатки в составе есть, недобор, вот и проигрываем. Насколько важна была сегодняшняя игра для вас? Ну она была... Наверное, самый важный, потому что это наш прямой конкурент. Ну и как бы по силе мы им не уступаем, например, как другим командам там из первой пятерки, четверки. Наверное, самая важная, наверное, она была сегодня. Ну просто остальные игры, я не знаю, там уже будем от обороны играть, это зависит от соперника, вторым планом будем играть. Есть какая-то команда в рамках СФЛ, с которой очень хотелось бы сыграть? А из любой лиги? Ну, мы когда будем в оптимальном составе, хотелось бы сыграть вот с бастардами, которые вышли. Ну, они китов переиграли, которые вот недавно в кубке. Просто они нас 9-0 выиграли, у нас тоже не было состава. А мы никому не проигрывали сухую. Ну, с ними бы хотелось реванш сыграть. Ну, когда в оптимальном составе будем. Хорошо, а теперь можешь передать привет вот кому-нибудь. Вот. Мама, привет. Все хорошо, я живу, учусь. Четвертый курс заканчиваю. Диплом напишу, позвоню. Все, спасибо, удачи вам.